Демек, мекендештерден 5-ке чейин кыска тыныгуу жарыяланган болчу, жарым сааттык. Демек, ал ортодо 3-чү орун алган кармаштар уланып баштады. Кызыл трикочон балбанды тааныштыра турган болсок, анда бул Сүймөн Икрамов деген балбан, Тайм Жалал-Абад спорт клубунун өкүлү, анын бет маңдайында турган бул Халмурат Ибрагимов. Демек, дал ушул эки балбандын 3-чү орун алган кармашы аныкталган эмес, андыктан силер менен бирге 3-чү орунду аныктайбыз, андан кийин гана финалдык кармашаларга өтөбүз. Кызматыңыздарда мен Бакчар Кызыралиев, кесиптешим Азамат Асылбашев болмокчу. Да, дорогие друзья, Кыргыз Спорт ТВ продолжает прямую трансляцию чемпионата Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. И у нас схватка за третье место. В весовой категории до 67 килограммов встречаются два борца. Это Сүймөн Икрамов, борец в красном трико. И противостоит ему Ибрагимов Халмурат, борец в синем трико. И позади уже первая минута схватки. Останавливает судья поединок. Отправляет борца в синем трико в партер за более пассивное ведение схватки. Знаем мы, что, конечно, на этой стадии оба борца стараются меньше рисковать, но от этого, наверное, меньше активности. Но вот мы видим с вами, что прекрасный бросок. И уже на 3 балла опережает своего противника Сүймөн Ибрагимов. Икрамов. Да, Сүймөн Икрамов впереди по счету 3-0. И борцы продолжают в стойке уже схватку. И не очень активно как бы ведут свои действия оба спортсмена, но это можно объяснить тем, что высокое напряжение и высокий накал, велика цена любой ошибки. Чындыгында эле өткөн жылы Халмурат Ибрагимов экинчи орунду ээлеп Кыргызстан атынан эл аралык мелдештер орун келген эң соңкусу дүйнө кубогунун аркылуу Сербиянын Белград шаарында өткөн. Анда Халмурат Ибрагимов колу байгенин жеңген болчу. Бүгүн эми мынтип 3-чү орунду алдырып коюу коркунучунда турат. Бирок кантсе дагы биз Халмурат Ибрагимовдун кандай чебер экенин жакшы билебиз. Ошол эле учурда бул салмакта дагы жалаң гана мыктылардын чогулганын эске ала турган болсок, анда ар бири болуп көргөндө өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө умтула толугу менен байкайлы. Айтор канча дагы чоң бир күрөш жүрүүдө жана мынтип Ибрагимов алгачкы упайына ээ болгондон кийин ал кандай жүрүштү жасайт, бирге байкайбыз. Ошол бүгүн олимпиадалык салмактагы балбандар күрөшүүдө, андыктан ар бири алтын байгенин жеңип кийинки мына лицензиялык жолсо жолдом алуучу беттештерге барууга өтө бир чоң шамырканган балбандар. Да, действительно, спортсмены борются не только за призовые места, но и за возможность участия в чемпионате, в Олимпиаде в составе нашей сборной команды. И вот уже счет 3-2. Борцы сейчас будут продолжать в центральном круге. Давайте посмотрим. Да, в стойке. 3-2. Впереди борец в красном трико. Это Икрамов Сүймөн. С минимальным счетом он пока впереди. До конца первого периода совсем немного времени остается. Хватит ли времени для того, чтобы завершить период каким-либо результативным действием? Но нет, время кончается. И небольшой буквально перерыв. Дагы бир уктуу агабыз
самбо бойынша ардагерлер арасында дүйнө чемпиону Талас Мегалиев. Эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатында күмүш медальды бар. Ну что, дорогие друзья, матч продолжается, схватка продолжается, конечно же, со счетом 3-2, пока борец в красном трико впереди. И всего лишь 3 минуты у данных спортсменов, чтобы решить, кто же из них займет третье место в чемпионате Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. Но я напоминаю нашим дорогим зрителям, что в красном трико сегодня спортсмен из клуба «Тайм» Джалабат Сюмен Икрамов, а в синем трико Халмурат Ибрагимов, мастер спорта ДОВС, клуб «Радбек Санатбаев». И вот есть результативные действия. И уже, смотрите, впереди уже Халмурат Ибрагимов. 2 балла получает он. И немножко расстроен, мы видим, спортсмен в красном трико. Но есть еще время, совсем недавно только начался второй период. Давайте понаблюдаем, что же будет сейчас. Знаем, что в борьбе очень сложно, да, провести какое-то результативное действие, если у соперника образовывается такой разрыв в счете, да, скажем, в 3-4 балла, то зачастую и целого периода не хватает для того, чтобы сделать какой-то ответный прием, чтобы нагнать и перегнать своего соперника. Мы видим, что как обычно в конце схватки оба спортсмена сильно сосредоточены, внимательны и буквально не дают, не позволяют оппоненту провести какой-либо бросок. Продолжается наша схватка. 4-3. Также впереди пока Халмурат Ибрагимов. И он буквально на один совсем небольшой шаг ближе к бронзовой медали. И вновь у нас наказываются спортсмены за пассивную игру, за пассивное ведение схватки. Спортсмен в красном трико Сюмен Икрамов отправляется в партер, и у его соперника есть небольшая по времени, но хорошая возможность закрепить успех и уже возможно снять все вопросы о том, кто станет бронзовым призером чемпионата. Поднимает вроде бы, да, удается ему захват, но теперь надо поднять и бросить. Есть! 2 балла, уже 7-3 счет. Будет продолжать свою атаку. Нет, судья решает остановить и поднять спортсменов. И, наверное, это последняя возможность сейчас для Сюмена Икрамова все-таки постараться провести серию приемов, чтобы догнать своего соперника. Не удалось зацепиться сейчас в захвате за оппонента. Но есть еще возможность, надо постараться. Бул залда дагы бир ардактуу Кыргыз Республикасында эмгек сиңирген машыктыруучу агайыбыз. Дүйнө чемпиону Асей Төрөгөлдиев, максат бол 8-3 счет, и очень и очень тяжело. И еще один балл дается в пользу спортсмена в синем трико. Ну, наверное, уже в этой схватке все понятно. Остается всего лишь 10 секунд. И за это время крайне сложно будет, конечно, нагнать оторвавшегося вперед спортсмена. Все, закончен поединок. И со счетом 9-3 победу Ибрагимов Халмурат одерживает победу и занимает третье место в чемпионате Кыргызстана весовой категории до 67 килограммов.
Демек, дал ушел жердешка, дал сваңыздар, 130 килограммдық салмақтағы балбандарын ортасына финалдық қармаш.